Сейчас мы сделаем небольшой расклад. Что он чувствует к вам, что она чувствует к вам. Маленькими картами поместим. Что он чувствует к вам. Это для девочек. Что он чувствует к вам. Да? Что она чувствует к вам. Так. Верхние для девочек, нижние для мальчиков. Смотрим, что она чувствует. Так, что он чувствует. Что он чувствует. Так, все вверх ногами, значит, я неправильно держала. Что он чувствует? То ли здесь он хочет... Понимаете, что он чувствует? Он чувствует холодность. Вот что он чувствует. Здесь в чувствах какая-то холодность между вами. Не знаю почему, но здесь холодность чувствует. Просто холодность. Здесь чувств нету. Он отдалился. Возможно, взял паузу. Возможно, расстояние, но здесь что-то остановилось. Здесь холодно, здесь что-то, как будто отношения остыли. Чувства остыли, как будто. Здесь холодность. Так, что он чувствует? Так. Что он чувствует? Он к вам чувствует симпатию. У него есть частичка влюбленности, любви, да, но она еще не такая серьезная, что прям серьезные отношения строить. Ему с вами хорошо. Он вот чувствует, что, знаете, он испытывает к вам эмоции любовного такого характера, но как бы на первых порах, когда еще только начинает встречаться, когда интересно общаться, на свидание ходить, вот это вот он чувствует, что вот на свидание бы сходить, да, там вот поговорить, там, возможно, телесные какие-то удовольствия получить, такое вот. У него чувства такие, чувства влюбленности. Он влюблен, он вот мечтает, он думает, вот такое вот, такие чувства. Но здесь нет у него чувств. Между вами какая-то большая пропасть. Между вами какое-то недопонимание. Вы друг друга не понимаете. Вы совершенно разные. Вы совершенно разные, абсолютно. Здесь чувств нету. Потому что между вами какая-то пропасть. Так, здесь что он чувствует? О, ну здесь чувств нету такого к нему, потому что вы, возможно, его бросили или сделали ему очень больно, поэтому в чувствах у него здесь только адская боль. Вот что он чувствует к вам. Его чувство к вам – это адская боль. Ему больно. Вот чувство, в чувствах у него просто боль. Так, для мальчиков. Что она чувствует к вам? Она чувствует влюбленность, она много о вас думает, у нее иллюзии насчет вас, она вас, знаете, чувства такие, что она вас у себя в мыслях идеализирует. На самом деле вы можете быть вообще не таким. Вот то, что она думает, и вот в какой вы вообще может не совпадать. Вот. Но она о вас очень много думает. Чувства есть, чувства, но она в своих иллюзиях. Влюбленность у нее есть. Но она в иллюзиях своих, будут ли какие-то действия или что-то дальше, неизвестно. В чувствах она вся в иллюзиях, она вся в раздумьях, вот это думает постоянно о вас, постоянно. Вот тут так. Чувства есть, да, здесь. Что она думает о вас? Она думает, что вы... Так, что вы ей нравитесь внешне, что вы такой перспективный молодой человек, или вообще не молодой, но человек, что вы перспективный человек, вы ей нравитесь внешне. И она так, чувство. Здесь как-то, знаете, здесь как-то больше не про чувство, а про практичность. То есть вы перспективный молодой человек, симпатичный, то что, ну, как бы с вами можно было бы что-то там построить, попытаться как-то вот, может быть, дальше развить ваше общение, что-то, ну, не такие вот у нее чувства, понимаете? У нее не такая прям любовь, а прям вот, ну, как-то практичность какая-то, то что вот вы перспективный человек, так вот, вы ей симпатичны как-то вот, это, ну, не, снос башки нет. Тут. Вот. Так, здесь какие чувства?
Так, но ей с вами вообще классно. Ей с вами очень хорошо. Чувства ее переполняют. Она с вами просто на седьмом небе. В чувствах ей очень комфортно с вами. Она чувствует, что вы родной человек. Она любит с вами общаться. Ей комфортно с вами общаться. Она считает, что что у вас друг с дружкой общий язык. То, что вы понимаете друг друга. Ей с вами классно. Классно, комфортно. Вы для нее родной человек. Просто родной человек. Очень. Такие чувства. Так что здесь в чувствах у нее, но здесь, понимаете, здесь она чем-то недовольна. Ей что-то не хватает, она уже присытилась. Вот ей вот, ребят, извините, батарейка выключилась, поменяла. Ну, в общем, вы поняли, тут все сказано. То, что ей чего-то не хватает. У нее все есть, но ей не хватает. Понимаете, ей скучно. Вот что она чувствует. Чувство есть. Но чего-то не хватает, как будто скучно уже, как будто уже все вот обычно, вот так вот. Чего-то хочется драйва какого-то, чего-то новенького, чего-то не хватает вот тут вот. Такой получился расклад. Спасибо, что вы посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока!